Оу! Молодец! Большая? Сколько? А-а-а. Пашка поймал чужегайку. Небольшую, говорит. Грамм 100, блин. А нам результат на этот поппер важен. Или воблер. Да. Трава задалбливает. Ладно, пойдем к Пашке ближе. Возле берега, ага. Да, друзья.
Леся, я нынче их уже под 50 поймал. Нынче один на мне зашел. Спился? Спился, ага. Ну, а я один сосался и все. Зашел к нам. А ты пил его спил. А-а-а. Ты его не сразу нашел? Кого? Клеща. Какого? Который впился и сдох. Нет. Я его нашел, когда... Вот сегодня клещ. Ага. Уроды, блядь. У меня нынче было... Не меньше 9 штук я находил за день, прикинь. Вот я 5 дней ходил в грибы. Я, ну, блядь, ну, около 50 точно нашел. Выжги там траву, нахуй. В радиусе 3 квадратных километра. Это место такое. Здесь сухое, деревья. Там-то внизу вообще их нету. Чё, опять упал? А-а-а. Так а ты ногтями их дави. Я их нахуй ногтями давлю всегда. Нахуй надо, на них еще спичку тратить, блядь. Сука, блядь. 3 штуки, блядь. Одного вот там только снял. Ну-ну. Двоих, где твой крокодил? Помнишь? Где? Не наступить бы на него. Там в воде. А-а-а. Ну, грамм 300 есть. Что, вода увеличена. Да ну ты чё, 100 нету. Больше нахуй. 100 это вообще, бля, у меня воблер нахуй столько весит. Ну 300 грамм, ты чё? 100 грамм это вообще маленькая. 300 грамм, таких-то можно в сметанку. Такие на Устёше сейчас заебешься их вытаскивать. По каналам. Был на каналах? Нет. Не был? Там вообще заебись. Там места такие, канальчики такие, 5 метров шириной. Но они искусственно прорыты для орошения. И они затоплены. Сейчас. Там вот либо вот на такую хуйню, как я, либо нахуй на резиновую с джигом. Все, там заебись. Идет? Зацеп? Смотри, не оторви нахуй блесну. Блесна козырная, можно залезть и даже. Блять, у меня тоже зацеп. Прикинь? О, цеп. У меня, наверное, трава была. Пробуй уйди, ага, вон в ту сторону.
А лучше, Пашка, палку выломай и туда опусти. Тут вон березки стоят, как раз длинненькая есть сзади. Зашла. Плавал уже? Ага. Вот я в октябре, блядь, плавал. Вот это да, блядь. Домой пошел и снег хуярит, прикинь. За утками лазил. В марте? Под лед? А где ты так? В Тевризе? А-а-а. Кого сделал? Ударила? Мне надо ее запечатлевать. Ты что-то даже без рюкзака нахуй? А ложить рыбу? Удобнее нахуй. Титова, бля. Когда клюет. Че ты не кидаешь? Пошел он забрать рыбу. А? Возле берега, ага, уебало. Такая же, поди. Блядь. Трескунов прилетел. Я поплыл вниз? Не-а.
Рискунки летят. Охренеть, друзья. Если бы сейчас был бы я в своих родных местах, где ловил щуку. Я думаю, я бы уже давно понял. А здесь я впервые. Зацеп, блядь. Дали какой зацеп? Такие вот палки здесь водятся у нас. Видите, так он не утонул, он всплывает, видите? Чик, всплыл. Видите? Смотрите, вот, понаблюдайте, как он работает. Вот видите, всплыл. Оп. А если втянешь сильнее, он уходит под воду. Нормально как бы.
чё? Хороший? Ага. Блядь. Нафиг деревья, тут надо идти дальше. Так, не наступлю или она в воде у тебя? Опасные моменты тут с деревьями, блядь. А? Ударила? Сошла? Такая же. Ватка. Зеленая ватка не дала протянуть. Нормально. Зацеп тройниковый, поэтому такой парафин протягивается. Ага, сейчас швырнем. Так, сейчас вон в тот кармашек зайдем. Может быть, и на блестяшку надо. Это не может быть, а точно. Комарья сколько поднимает. Смородина. Смородина, комарья. Море. Море, море, море. Вот еще щучка отошла небольшая. Вообще 50 грамм, наверное, была.
Уебало? А-а-а. Но здесь сейчас тоже маленькая отошла. Тройник неправильно зацепился. А? Да тройником за поводок зацепился, не кинут нормально. Возле дна идем. И теперь тянем побыстрее, чтобы поглубже уходило. Трава. Травушка-муравушка. Рукавушка. За рукав зацепили. Не, ага, зацепился, пришлось так дернуть резко. Хули, я в крону кину. Ах ты, бля. Нет, полкилошница. А? Полкилошница. Полки? Щука. А, щука была? Но.
сука, я думал зацеп, я речи маленечко дернул, и это... Сошла. Палка помешала, она ебалом уперлась. А ты чё, окуней тут ловил? А? Ну полкилошница, нет, я её тянул. А, у тебя? Она вон, ветки, блядь, она рылом уперлась и всё. Маленькая? Ну всяко не моя туда ушла. Веток дофига, страшно кидать, блин. С лодки бы другое дело было. Опять? Так, ладно. Сейчас сделаем другую игру. Не просто проводку, а игру. Друзья, вот. Мое зрение меня не подводило, как бы вот погрыз бобрины и вон там осину я видел, и скорее всего там бобер плавал, я видел, я думал, что не бобер, думал, может, андатра, но здоровый кто-то был, значит, бобер. Вот старый погрыз. А я видал уже сегодня бобра вон там. На той стороне был.
Когда утка взлетела, видел? Вот до утки, наверное, за минутку. А я и вчера видал бобра. От моста, наверное, метров 300 выше. Даже поснимал маленько. Туда пойдем? Батарейка села. Ставил третью. Получается, третья съемка, друзья. Третья съемка у нас, друзьяшки. Здесь не кидал? А? Здесь не кидал? Нахуй скорее зацепишь. Сколько она у тебя здесь? Три раза въебала? Вон там. Ну-ну. Четыре раза въебала. Ага. А чё? Там две раза. Две? Она обычно, блядь, не берёт гонорар упаковывает. Ага. Она чистую возьмёт. Хули не пробовал кидать. Ну-ну. Вчера у меня 2,5, то есть 2. Ну ясно, она поняла, что нахуй она надо, и это наживка. Надо было наживки менять. И... бесполезно. Но.
Бобры завалили здесь деревья. Теперь тут зацепы. Раньше их тут стопудово не было. Ты рыбину-то забыл свою? Я там. Найдешь? Найдешь, говорю. Да, я знаю. Где она А? Кто упал? Там грузчик крючком упал. Ага. Куда я кидаю? Удар был слабый.
Так, друзья, сейчас проверим вот эту заводь. Фу, пить охота. Пить ужасная охота. Вот здесь должна какая-нибудь отойти от берега, сейчас солнышко светит. Карандашик какой-нибудь должен клюкнуть. Она отошла, маленькая чурога. Сейчас это проверим. Давай, попадайся. Так, а если вот сюда, бабах. Сколько, 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 сколько. Блять, за палку зацепилась, друзья. Пашка, помочь не хочешь? У меня щука взялась, зацепилась за палку. Попробуй вытащи, а? Ладно, все, Пашка, не надо. Смотри. А, Пашка? Ну все, друзья. Попалась на мою вот эту воблеру, которую я делал. Все просили вам показать. Ну вот, друзья, смотрите, учитесь. Самоделочка рулит. Как бы, если бы было бы щуки здесь больше, можно было бы поймать и больше рыбы. Так что, друзья, давайте ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Первая щука в 2019 году. Ну, семисотница где-то. Отпускать не буду. Классная щучка. Поменял насадку, дабы не потерять своего воблера. Поставил поппер. Вот такой.
Оспрей. Так, ладно, пройдем дальше. Ну? Говорю, она вот там где-то развеется, есть на свет. А на глубине бесполезно? А, прикинь, вон сеть стоит. А вон веревка, видно, натянута. Что-то я не понял, как у меня здесь спуталось. Интересно. Пашка рекомендует поменять мне ее на утопляйку. Давайте нам так и сделаем. Где-то вот с вот этим вот воблером вообще не вась-вась. Даже как бы, можно сказать, ты не ловил на него. Даже не ловил, да. Просто пытался как-то несколько раз им порыбачить. Кидал меньше 100 раз. Сейчас проверим. Вот 3 года назад я ловил на речушке. Вот на вот этого. Видите, он у меня инвалид какой. Ну сейчас я вот этого беленького, наверное, заряжу. Попрем на белого, друзья. Сегодня хоть уже можно будет щучку жарить. Так, застегнул. Единственный минус всего похода сегодняшнего, друзья, у меня нет пить воды. Воды не взял. И это большой минус. Пашка сегодня уже 3 клеща поймал. Я еще пока ни одного не встретил. Думаю, что встречу. Я забыл, что тут сеть стоит.
сильно не надо увлекаться здесь забросами. Еще разок кину и хватит. Ну, это тоже красиво идет. Возле дна прямо ворочается. И в сторону уходит почему-то. Ладно, пойдем дальше. Самое главное, друзья, что я вам показал, что моя самоделочка сработала. Не один удар был. По крайней мере, 4 точно. Вы смогли видеть. Если камера у меня правильно светила, значит, вы их заметили. Махеев валяется. Пофигу. Шашлычники бросают, блин. Сюда бы зайти как-нибудь. Сюда вот кинуть надо как-то, друзья. Кинем мне. Зацеп. Сеть, походу, друзья, блядь. Точно сеть пружинит, блядь. Точно сеть, друзья. Сеть была. Нафиг надо. Больше я не буду сюда сейчас кидать. Суки, блядь. Понаставят и бросят. Я понимаю, можно поставить сети, блядь. И сидеть рядом с ними. Проверять. А то, блядь, поставить и съебаться, это вообще другой разговор. Сам так делал. Но это неправильно. Уже за две нахуй зацепил. Слава богу, что сюда бревно лежит скользкое. Сетевая промышленность, сука. Чё ты, Пашка, материшься? А-а-а. Ушла? Или не ушла? О! Ага. Нормальная. Нормальная щучка. Ага. Молодец. Сейчас я вот здесь проверю. А я здесь сеть зацепил. Вытащил. Ага, вон там, за сеть. Я имею в виду воблер вытащил. Не оторвал. Там, наверное, уже тюб, да? Там тюб уже?
Алло. Здравствуйте. Сейчас смотрим, да. Давайте. Да. Вот она где-то вот под этого дерева. Одна взялась, а другая сошла. Вот под этого? Ну вот перед березой и следующей. Вот это? Да. Ага. Одна сошла. Ну место козырное здесь. Но. Место-то охуенное. Я думал, там щука играет, а там щука играет. Там. Но в кукане. Твоя. Тоже ветер поднимается, блядь. Может, сняли? Но. От берега иди сюда. Там место тоже одно, дальше. Заебать она тоже. Ну, чистые там пиздец. Песня печь, ёба на руку. Невозможно скинуть. Обязательно. Кто-то карасей ест, поди. Ну,
у них штука там была. Угу. Одну-то оторвал. Угу. Ну все, хотел достать, вернуть и пятно. Оторвал вторую. Я думал, ты сеть вытащил. А сеть рвется. Меловатая сеть. А. Рыба видно мне что-то. Блять, на той дамбе бы, сука, окуней половить. Пашка, а ты же говорил, где ты знаешь на Степановке дамбу. Она там сейчас нормальная? Я имею в виду, как раз не затоплена, ничего. А она, получается, выше моста или ниже? Ниже, да? Перед деревней? Не понял. А. Ясно. Кто-то кого-то сожрал, перья валяются. Я вчера ходил по озерку, блядь. Там столько утиных яиц, нахуй, разгрызенных. Не-не-не, вороны. Вороны, суки, и ворон там столько. Я вчера там штук 300 уток видал, блядь. Нихуя там их вообще море. Вот там осенью пострелять. Но там, сука, написано, что это Журавлёва. Таблички висят, типа он арендовал это место. Наверное, там хуй даст пострелять. А-а. Карандашик опять отсюда отошел. Я просто раз поймал, ну, полкилограмма. Она полная червей была белая. А где она здесь их берет? А знаешь где? Может, с моста сползают?
Что, сошла?
Тащи, тащи ее. Так, а где она выйдет? Пошевели, где она, Пашка? Она, может, к берегу идет. А? Не, не.